Не купили BMW – ошибка. Не купили BMW M8 Grand Coupe Competition – фатальная ошибка. Ажурные легкосплавные колесные диски диаметром 20 дюймов и синие суппорта, входящие в M-пакет. Черный металлик и пакет Shadow Line. Камеры кругового обзора и прорезиненный сплиттер переднего бампера. Черный спойлер, черные молдинги, тонировка, черные зеркала, черные шильдики. Все, что не черное – черное. Карбоновая крыша, лазерные фары. Двигатель V8 4,4 литра, мощностью 625 лошадиных сил, разгоняют автомобиль до 100 км в час за 3,2 секунды. Багажник с электроприводом и спортивный выхлоп. Большой монитор мультимедии, маленький монитор климат-контроля, удобная ручка селектора передач, спортивные кресла и ремни с прострочкой M-серии. Потолок из алькантары, музыкальная система Harman Kardon, карбоновый декоративный элемент, климат-контроль, удобные подстаканники. Вот неполный список опций данного автомобиля. Пороги с подсветкой и спортивный руль с двумя парами лепестков. Понравился данный автомобиль? Контакты в шапке профиля. Хейтеры, люблю вас!